Тело это просто инструмент, реально. Я вот смотрю на людей, на жирных тварей, которые рассказывают, что «А я не могу похудеть, почему ты не можешь похудеть?» Ну, у меня обмен веществ такой. «Хули ты пиздишь, сука, животное ебаное? Ты жри меньше!» Жирные девки ходят, суки, с пивом. И что? У них у всех тяжелое детство было, наверное, обмен веществ нарушен. Блять, нихуя себе энергетические фабрики. У нас в стране энергии не хватает. А они из воздуха брюхо растят. Это килоджоули энергии. Так их разводить надо и на севера, пусть энергию вырабатывают.